Дяди, тети, здрасте. У нас там уже час ночи. Пора что-то ремонтировать. У нас фиолент. Проверял. Нажимаешь кнопку. Ничего не показывает. То есть, если замкнуть эти два контакта, или взять, просто замкнуть на вилке, ну как замкнуть, щупами прикоснуться, то и нажать кнопку, у нас должно там показывать или пищать, или если стоит на 200 Ом, то должно показать там минимальное, там 8-10 Ом сопротивление. Но оно должно быть. Тогда оно будет работать. Если не показывает, значит не работает. Что здесь? Нашел причину. В чем? Вот этот вот. А где этот проводочек с клемкой? Сейчас глаз возьму, чтобы вам было видно. Вот оно. Отгорело. А все дело у нас, вот она идет, ой, вон там клемма вторая, вот это первая, там вторая, видно, он потемневший пластик, тут там вторая клемма, и она, был плохой контакт, и вот такая беда. Ну, плюс, может вызывать искрение, а потом отключается. Поэтому надо что-то сюда, клемник какой-то сюда придумать. Сейчас посмотрим. Ну что, думал прикручу, да и на этом закончится. Нет. Взял же, запаял. Сейчас еще термоусадочку кину. И будет вообще шикарно. Да, это так. Ночь влияет. Ну что, работает. Все, контакт. Всего лишь контакт был. Виноват. Я спать. Всем большой привет. Огромнейший такой на всю диагональ ваших мониторов. А видео завтра выброшу, потому что уже 2 часа. Все, спокойной ночи и до свидания. Или как там? Всего наилучшего.